25 марта в Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и дизайна КФУ имени Вернадского прошел День открытых дверей для выпускников общеобразовательных учреждений, родителей, учителей и всех заинтересованных в получении среднего профессионального образования. Цель проведения данного мероприятия – привлечение абитуриентов для поступления в наше учебное заведение, знакомство с колледжем, знакомство с учебными программами, непосредственно общение с преподавателями, и все, что включает в себя, в общем-то, этот день. Бахчисарайский колледж проводит набор и обучение по 5 направлениям. Одним из ведущих и единственным в структуре среднего профессионального технического образования является специальность «Промышленное гражданское строительство». То есть это ориентир на получение профессии техника-строителя. Очень востребованной и для Крыма важной является специальность монтаж и эксплуатация системы оборудования газового хозяйства. Следующие профессии, которые также очень интересны нашей молодежи, это профессия дизайна, профессия архитектора и садово-парковое и ландшафтное строительство. Набор в этом году мы осуществляем по всем направлениям на очную и заочную форму обучения. Эта цифра составляет 170 человек бюджетных мест на дневную форму обучения и 45 мест на заочную форму обучения. На мероприятие также были приглашены представители районной службы Центра занятости. Работаем с колледжем очень-очень давно, наверное, с момента основания службы. Уже наработаны традиции. Например, приглашают на мероприятие подобному, вот этому Дню открытых дверей. Насколько востребованы специальности? Востребованы, потому что меняется рынок труда. И если раньше были еще специалисты с высшим образованием, строители, то сейчас как раз востребованы специалисты среднего звена. Программа мероприятия включила регистрацию участников, посещение выставок художественного творчества и учебных аудиторий. Здесь очень уютная обстановка. Я бы хотела поступить на дизайнера, так как мне интересна эта профессия. Я хочу в дальнейшем быть полезна людям. Мы пришли сюда, узнали, что день открытых дверей. Ну и заканчиваем 9 класс и думаем, как нам куда определиться, чтобы, хочется, чтобы она в городе здесь училась где-то. И, наверное, профессию дизайнера мы будем рассматривать. Абитуриенты и их родители получили подробную информацию о специальностях, о перспективах трудоустройства, методах преподавания практического обучения, о насыщенной и интересной студенческой жизни.